Меня зовут Ирина. Я учусь у Татьяны Букреевой. Прихожу второй раз, получаю несказанное наслаждение. И сегодня утром у меня должен быть второй сеанс. И вы представляете, я утром так нервничала, так волновалась. И чтобы успокоиться, я включила Танин урок и просто пила кофе и слушала, как она рассказывает, как нужно писать, голос. Я слушаю, пью кофе, голос. И я потихоньку успокаиваюсь и думаю, это самая прекрасная женщина, вообще педагог, самая чудесная. И я спокойненько поехала на урок. Вот такой педагог. Ирина, спасибо. Я приглашаю вас на уроки. Ирина, спасибо огромное. То есть, это для меня, знаете, прямо... Мне говорили, я есть такое... Мне, конечно, говорили, там, букреевотерапия, что голос успокаивает. И вы сегодня приходите, прямо первое, что я слышу, это с порога еще. Я слушала вас все утро, ваш голос. Это вообще, понимаю, это такие эмоции, даже у меня мурашки по телу. Поэтому кто хочет не только рисовать, но и наслаждаться творчеством, и главное, успокаиваться, наверное, да, в какой-то момент. Потому что это все... стрессотерапия, это просто проходит всякие мысли, вот эти, которые нас сейчас всех посещают. И мы должны успокаиваться. А это такое наслаждение. Да, где-то не получается. Конечно, я же не художник, но меня это прямо восторгает. Ну, а Татьяна это просто нечто. Это нечто. То есть вы приходите в студию у нас в Екатеринбурге, рисуете, да? То есть, ну, вообще, это первая картина. И еще и онлайн смотрите. Да, все мастер-классы, ваши видео, потому что у меня очень схожее видение мира. Вот как вы восторгаетесь зимой, лес, весной, цветы. Я вот это прям получаю наслаждение. Ой, сама Ирина, не везде могу выехать. И, ну, вот, допустим, на даче у нас там, ну, как городочек, нету леса. А я смотрю, я наслаждаюсь. Поэтому... Ирин, спасибо. Спасибо. Я тоже так рада, что ко мне приходят такие светлые люди. Ирин, спасибо большое.